Эй, не хочу тебя прерывать, Кэл, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. За такие деньги? Извини, Кэл. Не волнуйся. Инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед! Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту баржу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Thank you.
дорогу. Найсеке крура шаган. Полегче. Просто прохожу мимо. Подожди, еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем. Давай закончим побыстрее. Рискуешь, Кэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А? Пока они не начали резать крыло. Ахтуней, ахтуней! Я и так тороплюсь, как могу. Кэл, дерни рычаг управления внизу. Готово. Теперь ты. Секунду. Так, заход зафиксирован. Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю.
Готово. Давай сюда. Только посмотри. Истребитель джедая. Просто клад. Настоящее сокровище. Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Рауф! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Рауф! Нет! Рауф, ты цел? Я в норме! Только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда. Держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука едва летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Да. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да. Как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, Брау. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл.
Браун, подожди! Куда ты идешь? И запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. И если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. О! Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай. Что это? Проверь, что это было. Ну и боль. Стоять! Не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может, не будешь докладывать? Сюда! Нарушитель! Yeah.
опасно. Это предатель! В атаку! Размажем его! Это... Быстрее, нужно достать его! Объект здесь! Огонь на поражение! А, ладно! С меня хватит! Выход один. Не останавливаться. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Вон там! Ладно. Далеко не уйдет. Досталось тебе. Yeah.
От нас не отделаться! Нам его не остановить! Я что, один буду сражаться? Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрытие. Сейчас. Они отстрелили всех. Надо вниз. Только наверх. Подберем тебя, когда сможем! Джедай.
Что еще? Поезд встал? Это не к добру. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель, падаван? Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Ты не лучше других. Не испытывай мое терпение. Это слишком просто. Гаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну, а кто ты? Кэл, Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю.
ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кал, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила.
Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цере? Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Иди один. Я Кэл. А, я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти.
Чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. Здесь не пройти. Вот что бедиотин имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться. Есть идея. Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? Я понял, но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Держись, бедняги! Я иду! Как ты? Эй, могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так. Вставай.
Вот как? И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем.
Thank you.